Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Полифем. Полифем – один из циклопов, который в «Одиссее» Гомера запер Одиссея с его товарищами в пещере и каждый вечер съедал двоих. Одиссею удалось спастись, подпоив Полифема и выколов его единственный глаз раскаленным колом. Полифем является героем сатирической пьесы Еврипида «Циклоп». Согласно Гомеру, жилище Полифема находилось недалеко от необитаемого острова, населенного дикими козами. Впоследствии этот остров отождествлялся с одним из эгатов – трех островов у северо-западной оконечности Сицилии. По другой традиции, которой в частности придерживался Вергилий, считалось, что Полифем жил на востоке Сицилии, где можно видеть семь утесов, брошенных ослепленным Полифемом вслед уплывающему Одиссею. Это место находится недалеко от реки Акит, и местное предание сделало Полифема отвергнутым любовником нимфы Галатеи. Легенду о Полифеме и Одиссее воплотили на своих полотнах Пуссон и Тернер. Ну вот так вкратце о Полифеме. Полифем – один из циклопов, которых в «Одиссее» Гомера запер Одиссея с его товарищами в пещере, из которой они выбрались благодаря смекалке Одиссея. Пока-пока, до свидания.